Пенза все-таки это молодой органный город, у нас недавно только появился. И вы первый, кто играет... Джоне, per quanto riguarda la musica di organo. И практически вы первый, кто здесь будет играть дуэтом. Практически лей прима копия, ки ва сонаре в questo органо, а Пенза. Исторический момент. Questo è un momento molto importante, molto solenne e grande, molto importante. В чем особенности и в чем сложности и репертуар все-таки? E qual è la particolarità di, diciamo, di dare un concerto da per uno o per la coppia? Qual è, diciamo, per quanto riguarda il repertorio, diciamo, c'è qualche difficoltà, qualche vantaggio di dare un concerto in due? Perché suonare l'organo in due persone è da molti vantaggi, perché l'organo da solo è già un'orchestra. Ну, конечно, это большое преимущество, потому что одному играть на органе, это уже как бы орган в себе это целый оркестр. И я colto l'occasione per il concerto di questa sera per fare una trascrizione di una composizione di Handel molto famosa, Firework Music, che abbiamo trascritto per organo a quattro mani e quattro piedi. То есть написали партию музыку Генделя, вот именно на четыре, чтобы играть четыре руки, четыре ноги, потому что действительно, чтобы приспособить эту музыку под такое исполнение, четыре руки. У нас уже традиция спрашивать, как вам наши органы. Я думаю, что это немножко некорректный вопрос, но тем не менее. Секунду, традиционно, когда есть уже в этой зале, в этой città, как вы находите этот орган в этой città? Вы уже пробовали сонаре в этом органе. Как вы находите этот сон? Это инструмент очень bello, очень completo, a tutti i timbri che si possono desiderare, e anche ottimo dal punto di vista tecnico. С точки зрения технической, с точки зрения оценков музыки, то есть все оценки, которые должны наличествовать в музыке, они все есть. То есть и в техническом, и в музыкальном плане орган, в общем-то, это как бы цельный сборник, целое совершенство. А можно еще к Сюзанне за вопрос, почему все-таки у вас такая славянская фамилия? Это потому что nome, cognome slavo, okay? Sì, io provengo dalla Slovacchia. Tu sei Slovacchia, lei è бывший Чехословакии, бывший, значит, Чехословакии, из Братиславы. Noi abbiamo studiato insieme in Belgio. Они вместе учились, они учились, обучаясь вместе в Бельгии, они познакомились. Poi ci siamo sposati. И потом они поженились. 27 anni. И вот уже 27 лет Зинаида Филипповича. Они поэтому счастливы уже, это семейно, с Гонри Фальчи. Это уже читается на ваших радостных лицах, что это прекрасная, состоявшаяся, счастливая семья. А как вам сегодня пензенский легкий морозец? Ecco, ho trovato del freddo un po' freschino di Penza. Non è che vuoi dare? Fa freddo? Non c'è. È freddo, ma non è freddo, aspettavamo di più, ma... No, холодно, не так холодно, как они ожидали, боялись этого, но, в общем-то, это приемлемо. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.